Казалось, буквально вот совсем недавно все это только начиналось, и вдруг уже, бац, 10 лет. Конечно, пойду. Разноцветный, очень яркий. Ну, на вкус, наверное, это был бы такой полноценный обед из трех блюд. С первым, вторым, третьим, ну, то есть десерт. С Лилией Михайловной Немченко, директором фестиваля. Что можно пожелать фестивалю дебютных фильмов? Конечно, денег.